Здравствуйте, дорогие подписчики, с вами «Стройгарант Анапа» и я, Александр Аникиенко. Сегодня у нас рубрика «Ответы на вопросы». И вот один из таких важных для вас и типичных вопросов – когда будет охрана в коттеджном поселке Морской и шлагбаум, как мы обещали. На данный момент у нас вот даже едет машина сейчас. Смотрите, шлагбаум уже есть, как и обещали. Люди довольны. Коттеджный поселок со шлагбаумом, охрана, видеонаблюдение. С этим вопрос решен. Следующий вопрос, дорогие друзья, такой. Строим ли мы бани, есть ли у нас проекты гаражей, навесы, какие-то еще варианты доп. Работ, то есть дополнительных работ, конечно, есть. Как в Морском коттеджном поселке у нас уже есть в проекте бани, так и на коттеджном поселке Звездный. Везде у нас есть готовые предложения, также по вашим индивидуальным проектам. И гараж, и баня, и навесы, и крытая терраса, и раскрытая. То есть все варианты, лишь бы вот вам было комфортно в коттеджном поселке и вы были довольны. Дорогие подписчики, также мы объявили на той неделе старт продаж улицы Земляничной, которая у нас ближе к морю. Вопрос такой, насколько будет удорожание? Пока речь идет о 300 тысяч рублей. Когда подключим поселок к газу, цена, думаю, возрастет до 500 тысяч рублей. Поэтому успевайте бронировать, звоните в отдел продаж, мы ждем ваших звонков. Также мы уже продали на данный момент больше 90 домов. Рисков у вас здесь абсолютно никаких нет. Планируем сдать поселок, как и обещали, в 2022 году. Спасибо за ваши вопросы. Пишите ваши вопросы ниже в комментариях. Будем рады вам ответить. Спасибо за внимание. С вами был Александр Аникиенко, компания «Стройгарант Анапа».